Здравствуйте, друзья, мои дорогие подписчики, любители природы и вкусную еду. Сегодня мы приехали на охоту в Дюртюлинский район. Я тут приготовить начал. Сегодня хочу приготовить вот это мясо с овощами в этом тыкве. Мой один друг мне посоветовал. Тыкве приготовь мясо. Вот так я вот тыкву приготовил, вот мясо, вот овощи, но все это продукты туда не поместится, так как мясо больше места занимает. Но посмотрим, как получится. Вот первым делом хочу помидоры вниз закидать. Опа, вот так вот. А потом уже лук. Немного. Так. Соль. Шипотки соли. Потом первый кусок мяса. Я мясо уже отдельненько посолил. Вот. Потом снова лук и помидоры, следующий кусок мяса, вот так вот. Потом у меня есть болгарский перец, я как-то засунуть буду, сейчас попробуем, потому что когда это все продукты будет приготовиться, они уменьшаются. Я сейчас силком засуну по возможности. Потом это самое. Потом это место уже освободится, когда он будет готовиться. Еда. Сейчас покажу. Вот так я всю болгарским перцем забил. Потом у нас еще тут место есть. Я сюда хочу помидор и лук. Вот так вот выглядит наша тыква. Вот закроем крышечку. Так, потом надо будет фольгой заворачивать его и простись, дальше буду снимать, покажу, как надо на огонь, на костер поставить. После фольги вот тыква выглядит вот так. Сейчас будем его на костер. Вот у меня духовка импровизированная такая, походная. Я вот два пенька между пеньками так вот поставлю и прижму. По максимуму. Вот так. И так, пусть постоит. Я вот тут можно вот так вот закрыть, чтоб там держался тепло. Вот так. Вот так он где-то, наверное, часа полтора будет стоять. Потому что до мяса дойдет тепло где-то через минут 20. Только он начинает вариться там. Ну, вот так как-то. Начал гореть, он сейчас будет потухнуть. Это нормально. Потом я, если что, уберу. Вот так я как-то стабилизировал огонь. Сейчас время засеку. Полтора часа примерно. Я думаю, нормально будет. Вовзика. Вот, короче, 1 час 40 минут.
оставили. Тазика, подержите. Давай, что дыма не будет. Бля, дым везде, нахуй. Доставать его тяжеловато будет, конечно. Золото, золото. Ой, мама, кто это? Нет, ты что, неужто удержишь? Шапку нужно отвлекать. Где шапку-то найти? Надо его, этот, ровно поднять. Или пока поставим, чтобы остыло чуть-чуть. На паузу пока поставьте. О, пошло. Пошли на стол. Один час 40 минут. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Вот около месяца. Запах есть. Бля, горло держит. Не сырой? Сырой, мне кажется. Мне кажется, нам на вид сырой, да? Что, закроем? Ну да. На паузу тогда? Дойдет. И что мы там подержали его минут 15. Но нам жрать охота. Запах такой вкусный. Так все, была не была. Так, пока на паузу. Смотри, секунду есть, ну? Да, иду. Побольше нам тарелка нужна была, конечно. Может, так сразу, да? О! Ну как заебись. Тут еще один кусок. Как раз каждому по один кусок. Ну, любой хуй. Здесь бульон маленький для тебя. Да-да. Че, видно? Угу. Вот бульончик. Мы чуть-чуть бульон пролили. Какая тебе? Ну, наверное, вот это возьмите. Ладно. Который внизу. Настроиться его. Запах не передает камера? Не передает нифига. Ладно, что, пока. Давай будем толстыми, как? Как дядя Зафар? Дядя Зафар. Ладно.